Вот сегодня утро у нас, суббота, 7 число, 7 сентября. Вот с братом Сергеем мы приехали за горохом, который мы вчера с Игнатьевичем насобирали тут. 9 мешков вроде бы. Сейчас вот он развернется сразу. Вчера вечером приехал, дождь прошел, вот он такой вот грязный сейчас. Слава Богу. Вот у нас мы тут придавили палатками. Там еще под низом салафан лежит у нас, подсолнухами, которую подавила машина. Мы ее взяли, чтобы хоть какая-то тяжесть была на палатках. О, слава Богу, открылась. Уточки. Вчера слышали, хлопки тут были. Там где-то, типа на втором мостике. Вон, наверное, уточка летает. Вот так салафаном закрыли. Все, сейчас я установлю. Пускай стоит у нас тут на треножнике. Грузить будем.
сейчас палатки. Ну вот так вот с Божьей помощью загрузили. Горошек сразу крупнее стал, удивительно. Благо попало. Немножко разбух сразу. Слава Богу за все. Аллилуйя.